6 декабря во Дворце культуры прошел вечер, посвященный Международному дню инвалидов. В малом зале встретились угличане с ограниченными возможностями, но сильные духом, целеустремленные, позитивные, с безграничным задором и жизнелюбием. Вместе отметили 35-летие Угличской районной местной организации Всероссийского общества инвалидов. Я хочу сказать, что вы у нас большие герои. Очень активные люди, восхитительные люди, которые своим личным примером доказывают, что какие бы трудные ситуации в жизни ни случались, вот та сила, внутренняя сила, которая есть в вас, это пример упорства и достижения поставленных целей. Конечно, вот та инициатива, тот заряд желания творить, заниматься творчеством и не стесняться и показывать все, что вы умеете на очень высоком уровне, и мало того, занимать очень высокие призовые места, поверьте, мы вами гордимся. Вы большие молодцы. За большой вклад в дело становления организации, защиту прав и интересов инвалидов Ярославской области, почетной грамотой Центрального правления Всероссийского общества инвалидов награждена председатель первичной ячейки Угличской районной местной организации Мария Карпова. Благодарственное письмо правления получила член организации Ольга Круглова. 35 лет назад совершилось самое правильное, наверное, событие правительства. Поддержала инициативу общественности по созданию Всероссийского общества инвалидов. И быстро-быстро-быстро с нашей столицы общество инвалидов распространилось на муниципалитеты. Муниципалитеты создали свои первички. И вот на председателях первичек, на членах вашей организации держится как раз очень большая общественная работа. Я хочу поблагодарить всех председателей первичек, всех председателей местных отделений, да, которые на очень достойном уровне представляют и муниципалитеты в регионе, а регион уже дальше несет этот достойный, уважаемый флаг в федерацию. Я хочу сказать спасибо Анне Ивановне, членам совета вашей организации, за то, что вы продолжаете традиции тех, кто 35 лет формировал вот эту большую общественную организацию. Также на торжественном вечере были вручены благодарственные письма и почетные грамоты правления Ярославской областной организации и правления Угличской районной местной организации Всероссийского общества инвалидов. Традиционную лепту в теплую обстановку внесли воспитанники учреждений дополнительного образования и культуры. Не отставали от молодежи и сами участники праздника. Я хочу вас поздравить с нашим праздником. Конечно, этот праздник у нас праздник, но он немножко такой с горчинкой, но ничего. Мы вроде так себя чувствуем бодренько, бегаем, молодцы. Пожелать вам здоровья крепкого, долгих лет жизни, любви и уважения близких, чтобы у вас дом был всегда полной чашей, и вы никогда не грустили. И я хочу огромное спасибо, конечно, нас бы не было, если бы нам не помогали. Я хочу сказать огромное спасибо нашему администрации районной, Анатолию Геннадьевичу, Ольге Анатольевне. Они каждый раз, что бы нам не надо было, если к ним обращаешься, они ни разу нам не отказали, за что им огромное-огромное спасибо. Есть у нас Вера Михайловна, палочка-выручалочка наша. Тоже, что бы ни обращались к ней, она всегда спешит нам на помощь, протягивает свою руку помощи. Также хочу сказать большое спасибо, вот мне пришли у нас спонсоры, значит, ИП Лобазовы, Сергей Евгеньевич и Марина Николаевна. Они нам тоже все время помогают, и материально, и словом, куда бы тоже ни обратились.
Также нам помогали вот Углич, Кабель, огромное спасибо. Они нам дали целых 50 тысяч на КВН, чтобы мы съездили в Питер на КВН. К кому бы мы ни обратились, так я хочу сказать, кому бы мы ни обратились, нам помогают все. За что им огромное спасибо. Что мне хотелось вам всем пожелать? Конечно, это больше всего здоровье. Главное не унывать, стремиться к своим целям. И любви, солнечных дней побольше. Вы такие многогранные. Вы и спортсмены, вы и музыканты, вы и кукольный у вас театр, и что у вас только нет. Дай Бог, чтобы все у вас так дальше продолжалось. Главное не опускать руки, стремиться еще больше к высшим высотам. Доказывайте самим себе, доказывайте всем вокруг, что мы классные, что мы на все способны и что мы на многое способны. Поверь мечту, поверь.